Я тут уже такого навидался, а они пытаются меня каляками-маляками на испуг взять. Скучно как-то. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить последний кошмар Крепенка. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Я попытался подняться, но получил еще один удар, на этот раз в живот. Тварь! Мой рот широко раскрылся в крике, и вожатая тут же набрала в свои гнилые культи хорошую пригоршню еды и... Бля! Фу, реально, бля! Черви заползали мне прямо в горло, а грязные гнилые пальцы Ольги хозяйничали в моем рту. Пальцами-то зачем там хозяйничать? Не, ну между прочим, это выглядит, конечно, мерзко, но, грубо говоря, личинки, ну, опарыши, личинки, это же этот самый белок, что, ну, как бы, съедобно технически, но противно. Решив, что я наелся, она вытащила пальца. Меня так не рвало еще ни разу в жизни. Братан, у тебя чё, никогда отравления не было? Ебать-то дорвёт! И рвёт, и дрищешь! Фу, помню, я был отравился. Сел дрищу, как не из себя и не в себя. И понимаю в этот самый момент, что сейчас я буду рыгать. Я не знаю, какой стороной мне поворачиваться к унитазу. Вот это было вообще пиздец. Блядина! Пионер не должен так выражаться при старших. Следом за этим, по идее, должен был прилететь еще один удар, но мне было уже как-то поебать. Семена, ты тоже этим дерьмом кормила? Она уронила тарелку. Черви, ошметки рвоты и осколки разлетелись по всей комнате. Как ты сказал? Семена? Сема. Он же мне как родной сын. Она встала на колени прямо посреди лужи рвоты и взялась руками за голову. «Сёма, куда же ты подевался?» Кстати, а я и не помню, куда он подевался, да и похуй. Она так громко перепричитала, то что-то бормотала себе под нос и, похоже, совсем забыла про меня. Я решил воспользоваться выпавшим шансом и выбежал из домика. Во рту все еще ощущался вкус червей и кладбищенской гнили. А еще, будто и без этого на меня обрушилось мало неприятностей и сильно заболела голова. Твою! Я же после аварии! Администрация, если Артём все еще там, у меня есть шанс выжить. Если бы это было так просто... Кто-то из местных заметит меня, и тогда мне крышка. Я пополз сквозь заросли. На самом деле, двигаться медленно и бесшумно было не так уж и трудно. На площади из угла в угол шествовала маньячка с ножом, будто несла караул. К счастью, мне удалось прошмыгнуть мимо нее незамеченным. Кажется, вот оно, здание администрации. В кои-то веки мне повезло. Рядом со входом кто-то отирался, и мне пришлось затаиться. Мелкая, только тебя не хватало. Еще и со стороны площади кого-то черт принес. Выглянув, я узнал Славию. У нее из-за спины торчали огромные щупальца. Кентакли вообще-то. В прошлый раз их не было! Ульяна, ты в порядке? Мелкая вдруг завыла. Он меня поджег, мне было так больно! Мерзавец, мы отомстим, мы убьем его.
Вы все время мстите и убиваете! Где тот, который нужен Аргалу?» «Прячется где-то, как мышь, но ничего, и его найдем. Я лично вырву его никчемные пальчики перед тем, как его заберет Аргал». «Да хрен тебя на глупую рожу, страхуидло!» «Хороший пат, надо бы запомнить, страхуидло». Они продолжали стоять там. Я же с усилием отвел взгляд и заметил у себя под ногами куски стекла. Вот черт! У меня уже ноги затекли, но если я сейчас попытаюсь их сдвинуть, будет такой дзень. Однако это как-то нужно сделать без лишнего шума. Блять! Подожди. Я не ожидал! Так. Ну, погнали. Не знаю как, но я смог переставить ноги поудобнее. И что самое важное, безо всякого шума. Вечно прятаться у него не получится. Мы найдем его, и тогда хозяин вернется вновь. А где кошмар? Я не чувствую ее влияния на себя с того момента, когда она опрокинула их чертову колымагу. Она потратила слишком много сил, чтобы заманить сюда предыдущих путников. Те визгливые студенты? Вы с Леной не могли поделить, кому их убивать, кому кого убить? А мне остался всего один жалкий очкарик. И нихуя очкарики не жалкие. Зато как ты его отделала? Ага, он так смешно вопил, прям как я, когда кошмар меня мучила. Только почему-то Оля и Мику не стали мучить в тот раз никого. Эти две шмары меня бесят. Еще пытаются бороться со своей демонической сущностью, видите ли. Зачем кошмар их вообще держит? Именно они упустили этого крысеныша в тот раз. В любом случае, она дала нам приказ, если найдем Александра, нужно взять его живым. Он нужен для ритуала. Ну знаешь, сейчас она не контролирует нас. А значит, мы могли бы неплохо повеселиться. К тому же о втором ублюдке речи не было. Чёр его глаза мои! Тогда я заберу его руки. Они обе разом повернулись и ушли. Ну, валяйте, забирайте, если сможете. Я вылез из зарослей и забежал в здание. Оказавшись внутри, я навострил уши, но в администрации стояла гробовая тишина. Немного постояв, я пожал плечами и пошел дальше. Ничего интересного. Эхэхэ, я тут уже такого навидался, а они пытаются меня каляками-маляками на испуг взять. Скучно как-то. И, кстати, а что там за каляки-маляки были? Хвала Аргалу, здесь нет спасения. Уходи, если хочешь жить. Прочь! А, окей. Я поднялся на второй этаж. Артём? Ответа не последовало. Кажется, его здесь нет. Твою мать. Я обшарил первый попавшийся кабинет, но только зря время потерял. Я уже хотел уходить, как вдруг заметил, что на полу что-то лежало. Я нагнулся посмотреть. Находка меня обрадовала. Да, все-таки он был здесь. Это был уже знакомый мне пистолет-огнемет. Теперь я мог за себя постоять. Но где же сам Артём? Почему он меня не подождал? А как он мог узнать, что ты придешь? Чё за тень? Ты чё, ебучий Сландер?
Что это за звук? Я выставил пистолет перед собой. Звук повторился. Кто там? Выходи, я тебя вмиг башку прожгу в нескольких местах. Может, все-таки не стоило говорить, что ты можешь с ним сделать? Так бы он скорее вышел? Может быть. А почему ты думаешь, что мы обязательно полезем драться? Кошмар собственной персоной вышла из-за угла и медленно заковыляла в мою сторону. Кстати, довольно-таки неплохо, что у нее сиськи сохранились в том же виде, в каком и были. Ну, страшненькое лицо, господи, а сколько тянок вы видели с утра без макияжа? Вот-вот. Никакой разницы, между прочим. Похоже, они все изменились, нет. Они все по-прежнему страшные, но какие-то... другие. Но ну, стой на месте! Я все знаю про тебя, ты боишься огня. Еще шаг, и я тебя совсем убью! Успокойся, я не причиню тебе вреда. Наоборот, я хотела поприветствовать тебя, коль скоро ты вернулся. Я вернулся только для того, чтобы запечатать твоего хозяина еще на 400 лет. Уж не твой ли друг тебе рассказал про Аргала? Интересно. Ты думаешь, у тебя получится? Тут уже до тебя было двое таких, хотели запечатать нас. Одному повезло, он умер довольно быстро. А второго мы резали живьем. Какой массажик. Сначала ручки, потом ножки. А он все кричал и кричал. Потом Славя вырвала ему голову. Может, оторвала? Пожалела. Не получится, так не получится. Я бы все равно недолго протянула. Так у меня есть хоть какой-нибудь шанс. А мне нравится твоя смелость. Лучше позволь нам его запечатать. Мы освободим и тебя, и всех остальных. Дурак. У меня нет другого выбора, кроме как служить Аргалу. Он суть моего существования. Ты же была человеком, ведь так? Неужели тебе хочется быть его марионеткой? Заткнись. Вся моя прошлая жизнь была ничтожной. Я не жалею ни о чем, слышишь? Ни о чем. Мне плевать, сколько еще людей сдохнет. Этот мир должен страдать так же, как страдала я. Никто мне не помог, когда меня мучили. Да я знать не знаю, что с тобой случилось. Но, пожалуйста, доверься мне. Я хочу прекратить твои муки. Не все люди плохие. Злых много. Но также много и добрых. Взгляни на меня. Я мог бы ненавидеть вас всех за то, что произошло тогда. Но я хочу только помочь вам. Возможно, я совершал ошибку. Но я же видел, что с ней что-то произошло. Она пережила что-то очень страшное. Если я решил их спасти, то может стоит с ними поговорить? Я притянул руку к кошмару. Я впервые увидел, как демоническая улыбка сошла с ее страшного лица. И ничего не страшное. Достаточно жертв. У тебя было человеческое имя. Назови его. Она внимательно посмотрела на мою протянутую ладонь, словно изучала ее. Кошмар явно пребывала в замешательстве. Неужели у меня получилось? Нет, я тебе не верю. Она швырнула пригоршню какой-то пыли мне в глаза. Да ёб твою налево! Я усиленно тёр глаза. В этот момент будто из ниоткуда вынырнула Славя. Какие зубы. К дантисту не ходи. Ага, попался, урод. Я хотел выстрелить в нее пламенем, но она выбила пистолет у меня из рук и подняла меня, словно я не весил вообще ничего.
Ее щупальца обхватили мои ноги. Липкая и холодная слизь затекала мне в ботинки. «Да отвали это уже от меня! Тебе мало, что ли, чучело?» «Захлопнись ты!» Она размахнулась и кинула меня прям в окно. «Больно!» Да ладно, он выжил. Так много душ для игр и так мало времени. Я открыл глаза. Я жив? А где я? И главное, как я здесь оказался? Я же в так называемой администрации. Да и похуй, нужно искать выход. Рядом со мной лежал пистолет-огнемет. Хоть так. Я поднялся с пола и начал осматриваться. Это место сильно смахивало на подвал или чердак. Куча хлама, странные надписи на стенах и противный запах затхлости. До этого запахов здесь вообще никаких не было. Открыв первую попавшуюся дверь, я оказался в еще более странном месте. «Мы прокляты! Но мы помним! Принеси то, что наше, и ты сможешь уйти, но будь осторожен! В тени скрываются кошмары!» «Что опять за хуйня? Я схожу с ума нахуй! Проклятый лагерь играет со мной как хочет!» Найти то, что принадлежит им. Ну и чё ты, ёб твою мать! Слева от меня темнел проход. Туда я и пошел. О да, шарада, отлично, только этого мне и не хватало. Может, я на самом деле сошел с ума? Ладно, сначала надо выбрать, в какую дверь идти, а затем искать то, что принадлежит им. Полагаю, для начала было бы неплохо сохранюкаться. Так, у нас есть три двери. Не, ну если серьезно, в какую идти-то? Ладно, пусть это будет. Она идет сюда. Так, ну как минимум я сохранился. Смерть. Угу. Я понял, то есть мне давали шанс уйти и не сдохнуть. И в принципе я выбрал не ту дверь. Здесь наверняка что-нибудь есть, надо обыскать все хорошенько. Но я уже вижу подсвеченное. Так, а кроме медведя ничего подсвеченного и нет. Я дотронулся до игрушки. Ну блин, где же я его потеряла? Кого? Не скажу. Не вот это ищешь? Дай, это мой мишка. Ты до сих пор боишься спать одна? Не твое дело. Олька трусиха. Да ну тебя. Она идет сюда. Я подобрал мягкую игрушку и вернулся назад. Так, тут и тут я был. На всякий случай. Так, ну если она идет туда, то технически... нет, все же нет. Здесь должно быть что-то. Но книжка.
Я взял книгу. Это очень интересная книга. Не знала, что ты интересуешься такой литературой. Я думала, тебе больше романтика по душе. Это да, но мистику я тоже очень люблю. Ну нет, я такие книги терпеть не могу. Как-то пыталась прочитать одно. Кажется, монах называлась, бросила на середине. Какие-то подземелья, могилы, скелеты, брррр. Это дело вкуса. Думаю, мне стоит поторопиться. Так мы же вроде все смотрели. Ага. Опять какой-то коридор, опять какие-то двери. Хоть суть этого испытания яснее некуда. В таком случае... В таком случае... Сохранимся. Окей. Блять. Да что случилось с фонами? Очки? Я взял очки. Женя, наконец-то ты пришла в себя. В себя? Где я? В больнице. Ты чуть не задохнулась, поэтому мы отвезли тебя сюда. Я так рада, что все обошлось. А из-за чего пожар случился? Говорят, какой-то сумасшедший поджег школу. Когда его схватила милиция, он все время бредил про демонов и орден. Понятно. Кстати, Женя, я тебе очки новые привезла, не хочешь примерить? Спасибо, но у меня мои целые еще. Ну вот, вечно ты так. Она идет? А ёб твою мать. И это каждый раз... Блять, ну хотя бы оно само проматывает. Между прочим, я забыл, в какие мы двери входили. Вроде бы в эти. Надо будет еще эти две осмотреть. Но это будем делать уже в следующий раз. А на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.